Всем привет! С вами канал Art Money. Сегодня у нас обзор на вот такую шоколадку KitKat, которую сделали к 14 февраля, ко дню влюбленных. Посмотрите, какая она красивая. Все розовенькое. Здесь нарисован красивый мишка. Надеюсь, что он и есть внутри. Стоила она там что-то около 60 рублей, по-моему. Здесь 108 грамм. Давайте посмотрим, что у нас здесь написано. Так, поищем состав. Состав. Вот. Кому интересно, нажмите стоп и прочитайте. Ну, тут кусочек. Здесь вот тоже что-то имеется. Ну, такой, кстати, небольшой совсем уж и состав. Одна Е-добавка. Ну, состав, как у всех обычных шоколадок, наверное. Смотрите, она с Мишкой. С Мишкой. И Мишка еще... Вернее, не Мишка, а еще добавка сердечко розовенькое. Хотя, честно говоря, немножечко оно все-таки съехало. У них все-таки все равно съехало. Наверное, мне кажется, это во всех шоколадках. Кто скушал такие шоколадки, кому подарили, напишите в комментариях. У всех так сердечко съехало или нет? Чуть-чуть вот тут вот видно беленькое, чуть-чуть вот тут вот. Но смотрите, как классно. Все равно это так классно. Так прям... Такая красивая шоколадка. И... А, кстати, да, но в некоторых местах она вот тут вот продолжается вот беленькая, вот тут темненькая. Наверное, съехала. Так, ну, давайте попробуем с этой стороны. Такая внутри с вафелькой. KitKat, они интересны, у них шоколадки такие, они мне очень нравятся. Внутри там вафелька, здесь белый шоколад, KitKat, пожалуйста, вот написано. Тут темный шоколад. Давайте будем пробовать. Клубникой пахнет. Прям обалденно, знаете, пахнет клубникой, шоколадом и вафлей. Прям обалденно пахнет, вкусно. Мне кажется, она очень вкусная. Давайте ее скорее попробуем. Она нежно-сладкая, ну не сильно сладкая, не приторная. Вафля прям такая классная, вафля, там много ее прям так. Вкус шоколада прям, знаете, он такой сильный, такой яркий вкус шоколада молочного, белого. Прям такая, знаете, она вкусная, такая, знаете, она по вкусу, как будто я съела саму валентинку. Как будто вот валентинка, да, для нас какая-то необыкновенная, там клубничная, супер вкусная, мы ни разу ее не пробовали. И сейчас ее съели. Ну, обалденно вкусно. Они умеют делать. Молодцы, умеют. Кстати, я сейчас пока ела, заметила, смотрите, вот тут есть травочка маленькая. А вот тут прям KitKat у него на лапках написано. А здесь I love you. Ставьте сердечки, сердечки ставьте. Ставьте лайки, пишите комментарии, пишите отзывы, кто уже попробовал. У кого точно такое же сердечко чуть-чуть съехало тут. Ну, вот оно видно отсюда потекло, наверное. Сложно, наверное, это все дело, чтобы попало прям в тютельку. Ну, я также напишу, у меня дома еще есть две шоколадки, я напишу потом, у остальных съехало или нет. На сегодня это все. Смотрите другие обзоры на шоколадки, на вкусняшки, на тортики всякие, обзоры на технику. Также смотрите наши влоги, путешествия, архитектуры и много всего интересного. И с вами был канал Art Money. Всем пока-пока. Решила вам еще поближе ее чуть-чуть показать. Смотрите, такой мишечку, такой классный. Мне его так жалко будет кушать, наверное.